примите искренние поздравления по случаю вашего избрания депутатом Саратовской областной думы 7-го созыва по одномандатному избирательному округу номер 28. Впереди будет множество интересных задач, которые еще больше раскроют ваш талант, профессионализм и волевые качества. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой жизненной энергии и душевного оптимизма. Успехов вам в осуществлении всех жизненных планов и начинаний. Депутаты Совета города Балакова и аппарат Совета города Балакова. Спасибо. Вы достойный депутат, достойный руководитель. Вы отработали главой города 4 года. Хочу вам сказать слова благодарности за ту работу, которую вы проделали здесь вместе с Кириллом Владимировичем. Я уверен, что с приходом вас в областную думу наш Балаковский район только усилит свое присутствие в области, и все задачи, которые перед нами будут стоять на областном уровне, при вашей поддержке будем выполнять. Я поздравляю вас с избранием. Уверен, что избиратели не ошиблись в своем выборе. Успехов вам и новых творческих вершин. Поздравляю. Я на самом деле хочу сказать слова благодарности каждому из вас. С кем-то мы проработали 14 лет в Совете депутатов, с кем-то всего год, но эта работа была конструктивной. У нас городской совет всегда отличался принципиальностью, активной позицией. Все эти моменты были направлены при взаимодействии с администрацией на благо наших избирателей, на благо наших жителей города Балакова. И я, конечно, вам всем благодарен за эту работу совместную. Отдельно хочу сказать спасибо аппарату Совета депутатов. Мы все знаем, что это в аппарате работают профессионалы, знают свое дело. И большое спасибо вам за совместную работу. Ну и, конечно же, хочу к администрации обратиться. Действительно, работа в одной связке с главой района, с заместителями профильными, с руководителями учреждений. Эта работа дала огромный опыт мне, я вам за это тоже признателен. Надеюсь, что в новой должности вам тоже не дам скучать, ну, в плане того, что на мою помощь, на мою поддержку вы можете тоже всегда рассчитывать. Работаем одной командой. Спасибо за то, что я был частью этой команды. На самом деле это было очень здорово. 4 года пролетело, как один день, но я очень рад, что мы с вами вместе работаем, работали и будем работать. Надеюсь. Спасибо большое.